Скажи «я». Как ощущается твое «я»? Звучит ли оно из самой глубины или звучит оно на поверхности? То, как мы самоидентифицируем себя и то, как мы самопрезентуем себя, зависит очень многое. На днях я работала с одной мамой, у нее девочки 3 годика. И я обратила внимание этой мамы на такой факт. Эта девочка, ее зовут Эмма. Она не называет себя по «я». Она говорит: «Эмма пошла рисовать», «Эмма пошла писать», «Эмма пошла…» Я маме говорю: «Вы обратили внимание, как ваша дочка разговаривает?» Она не говорит «я», она говорит «Эмма», как о третьем лице. Мама так удивленно посмотрела, говорит: «Ну да, все дети так разговаривают». Я говорю: «3 годам ребенок уже очень твердо должен понимать «я». И говорю: «Давай вот мы сейчас сделаем такой эксперимент». Я отдала ребенку карандаши и попросила ее: «Скажи, я сейчас нарисую маму». Девочка посмотрела на меня, хлопнула глазками и сказала: «Эмма сейчас нарисует маму». И я маме говорю: «У ребенка совершенно нет позиции «я». Она говорит о ком-то, каком-то другом». И когда мы с мамой начали общаться, я вдруг вижу, что мама говорит точно так же. Она говорит о себе, как вот «Элла пошла туда-то», «Элла решила то-то». Женщине уже хорошо за 30. Я говорю: «Вы понаблюдайте, насколько у вас нету вашего «я». А она говорит: «Ну да». Мама говорила, что «я» – это последняя буква в алфавите. И «я» надо употреблять в самом конце. «Я» – это самая маленькая буква. То есть у женщины не развито ее «я». То есть вот это «я-презентация», «я-идентификация», «я кто я в этом мире». Я. И я попросила ее встать и сказать твердым голосом вот это «я». Вот это ощущение, которое идет изнутри. И вдруг, когда она начала говорить «я», она была такая «я». И она вдруг стала ребенком. То есть женщина, у которой есть ребенок, которая замужем, она в момент превратилась в маленькой девочкой. То есть у нее «я» связано с чем-то маленьким. А как вы говорите «это я»? А проработано ли у вас «я»? Как вы презентуете себя, когда приходите на работу и говорите: «Я там сделал то-то, то-то, у меня там то-то, то-то, я там имею такие дары и таланты, я прокачал там навыки». Работаете ли вы с «я»? И есть ли ваш голос, который звучит? Потому что в основном, когда мы приходим даже на какие-то нетворки, у нас такие: «Я даже не знаю». Поэтому вам домашнее задание. Напишите лист и напишите, кто вы.